Дорогие друзья, следующий эксперимент называется «Египетская ночь». Для этого эксперимента нам потребуется 4 разных раствора. Что мы делаем сначала? Мы берем раствор, секретный раствор номер 12. Наливаем вот в такой маленький 50-миллилитровый стаканчик. И выливаем все это содержимое в первый стакан. Следующее мы берем секретный раствор номер 20. Наливаем также 50-миллилитровый стакан и выливаем в тот же стакан, в который мы вылили раствор номер 12. Теперь наливаем еще один стакан секретного раствора номер 20 и выливаем его уже в другой стакан. Так. Следующий раствор, который нам понадобится, это секретный раствор номер 14. Открываем, наливаем также стаканчик 50 мл и выливаем его во второй стакан, в котором есть только секретный раствор номер 20. Выливаем. И последний раствор, который нам здесь понадобится, это секретный раствор номер 15. И прежде чем наливать его, его нужно хорошенько стряхнуть. Встряхиваем и также наливаем его вот в этот маленький стакан 50 мл. И теперь это содержимое выливаем в тот стакан, в котором был налит секретный раствор номер 12 и 20. Выливаем. И теперь вот эти вот получившиеся только что нами растворы мы между собой смешиваем. И смотрим, что получится. Смотрим и наблюдаем. Наш раствор с прозрачного вмиг становится вот таким вот черным. Все, наверное, видят, что он получился вот такого вот темного цвета. И именно этот эксперимент и называется «Египетская ночь».